Приветики, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Wildcraft. Итак, сегодня мы пойдем на секретного босса, который находится в китайском лесу. Вы столько об этом написали мне в комментариях под моим видео про обновление, что проигнорировать я это никак не могу. Поэтому сейчас мы с вами отправимся на рыськах. Рыськи у меня прокачаны больше всего, но это единственное животное, где у меня вся семья более-менее прокачана, и поэтому мы можем пойти на босса. Говорят, что он очень сильный, но сейчас вместе с вами его и рассмотрим. Я просто нашла дорогу. Сейчас я вам покажу, где он находится. Так, переходим в китайский лес. Сам босс, самого босса я еще не видела. То есть я туда не заходила дальше. Я нашла скалу, где можно, где есть секретный проход, да, где можно войти. И все. И дальше я ничего не делала, дальше я не проходила, честно-честно, поэтому впечатления у меня будут, наверное, такие же, как и у вас, когда вы увидели его впервые. Можно здесь телепортироваться сразу к обычному боссу, китайскому дракону, а можно выйти из логова. Но я думаю, что телепорт работает далеко не у всех, потому что далеко не у всех подключен Wild Club. Как известно, в России невозможно донатить. Вот, так, давайте посмотрим, сможем ли мы крутануть барабанчик. Нет, к сожалению, нужно будет набрать еще клевера. Может быть, по дороге найдем парочку ямок, раскопаем их. Босс находится вот в этой скале с водопадами. Давайте, ух ты, на меня напали, со всех сторон на меня нападают. Я не могу копать, потому что на меня везде нападают. Обезьянья война какая-то началась. Вы посмотрите, что они творят. У меня хпшек нет, я не хочу назад в логово возвращаться. Подождите-ка. Давайте быстро с ними разберемся. Отлично. Оббежали мы скалу. Добежали практически до босса. Босс, китайский дракон у нас вот здесь. Вот. Вот он стоит, но мы его побеждать не будем. Мы бежим дальше. Так, бежим, 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 бежим. Ух ты, пандочка, не обращай на меня внимания, я просто здесь гуляю. И добежали вот до этого красивейшего дерева. И возле этого дерева у нас есть секретный проход. Вот, я вам показываю локацию, чтобы вы понимали, где мы находимся. И заходим сюда. Да, зашли. Чуть-чуть уперлись в стену, немножечко не вписались в дорожку, да? Вот здесь у нас уже проход открылся с этой стороны. И там нас ожидает босс. Ничего себе, вот это да. Я дальше не проходила, честно-честно. Даже не смотрела. Ого, какой красивый 190 уровень. Ага. Все-таки разработчики оставляют запас еще для одного босса, потому что у нас нет ни одного босса 200 уровня. Это интересно. И 115 тысяч жизней. Интересно, сколько за него дадут монет, награды? И сколько за него дают опыта? Очень красивый зал. Давайте все рассмотрим. Ой, какая красота. Это... Так, это у нас, я не знаю, это рысенок, не, нет, это не рысенок, у него хвостик. Кошечка, не кошечка, кто это? Что это за зверек? Уточки. Разработчики старались, детализировали. Все это нужно будет рассмотреть и оценить. Пандочка, символ Китая. Так. И мы пропустили журавликов. Вот такие красивые журавли. Ну, конечно же, зал очень красивый. Да. Мы это заценили. 10 из 10. И вот таким образом выглядит дракон. Ой, дракон. Таким образом выглядит секретный босс. Я не знаю, что это за зверь. Я не знаю, что это за божество. И он на меня заагрился, уже успел. Божечки-кошечки. А я даже не включила фиксированную камеру. Я хотела просто рассмотреть зал. Я не думала, что он на меня так быстро заагрится. Мне так неудобно бегать, поэтому давайте, наверное, отойдем. И включим фиксированную камеру, да? Да, наверное, сделаем так. И у меня, подождите-ка, у меня все рыськи на месте, надеюсь, что-то там, они в текстурках застревают, это не очень удобно. Включаем фиксированную камеру. Угу. Так, рысь, ты застряла? Ты будешь со мной бегать? Или как? Она застряла, она не будет со мной бегать. Или будет? Я не понимаю, с какой стороны она застряла. Давайте посмотрим, может быть, с той стороны. Но она с той стороны не могла зайти же ведь. Нет. Наверное, снаружи, да? Ой, не снаружи, а внутри.
Так, мне нужна семья в полном составе, иначе я не смогу быстро победить босса, иначе я очень долго буду вокруг него бегать. Куда все разбежались рыськи, я не понимаю. Ну, мне кажется, они потом... А, все, все. Отлагала, отбагала. Отбагала моя рыська. Отлично. Все в полном составе. Все, нападаем на босса. 190 уровень. И я думаю, что разработчики все-таки оставляют запас на 200 уровень, потому что у нас в игре нет ни одного босса 200 уровня, поэтому все еще впереди, запасик есть, ну, в принципе, можно сделать босса 195 уровня, потом уже 200, и я думаю, наверное, будет все-таки еще одна локация, последняя локация, где будут боссы 200 уровня. Вот, что это будет за локация, я даже не представляю, но разработчики, я думаю, что эту информацию держат в тайне. Так, сейчас я зафиксирую джойстик и, скорее всего, поставлю на паузу для того, чтобы вы не ждали эти минуты победы над боссом. Но уже потом в конце я подключусь. Итак, осталось совсем немного. И мы его победили, и у нас достижение. Ну, кстати, монет дали не так уж и много, всего лишь 25 тысяч, да, даже меньше. 70 гемов нам дали в достижении, давайте-ка их заберем. Угу. Так, листаем, листаем. У меня здесь еще не все достижения, погорели, я еще не все выполнила, к сожалению. Вот, спасибо большое моим подписчикам в том, что они написали мне об этом в комментариях, иначе я бы об этом никогда не узнала, честно-честно. Так, заберем награду, удвоим тоже ее. Отлично, ну сейчас открытием сундуков, наверное, заниматься не будем. Это уже оставим на одно из следующих видео. Ну что ж, победили босса, выглядит он просто потрясающе, конечно, впечатление не менее потрясающее от этого всего. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам понравился босс, не понравился, как быстро вы его нашли, вообще откуда вы о нем узнали. Но я уже потом посмотрела на ютубе, в интернете уже много видео выпустили по этому боссу, но он вообще-то был секретный. А секретные боссы как бы не должны быть известны сразу в выход обновления. Вот как-то так. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wildcraft. А с вами была Прика, и увидимся в новых роликах.